Всем доброго утра. Это, кстати, цветочек, который хотели выкинуть, но мы его забрали себе, спасли от погибания, от мусорки, оставили у себя. Единственное, что вот этот сухоцвет, не знаю, пока его куда поставить, нужна вазочка. Посмотрю какую-нибудь вазочку себе. Симка порвала все цветы, но ничего. У нас уже сегодня пятница, уже закончился курс занятий, сегодня 2 апреля. С реабилитацией у Ярика. 10-дневный курс, но занятия продолжаются. Сейчас мы завтракаем. Потом у нас онлайн занятия, и мы должны еще сдать им долг. Должны еще сделать вот этот декупаж, закончить вот этой штучки, покрасить. Сейчас Яра будет красить чуть попозже. Яр, давай кушай быстрее. Что там? Привет, хочешь сказать? Что у тебя опять без настроения, уставший? Ну, сегодня отоспались, сегодня дали отоспаться. Когда Ярику дают много спать, у него потом начинаются капризы всякие. А, его там не сняли, его в этом, не поставили его на сайте. Ну, ничего, Яр. И сегодня мы должны его очки забрать тоже. Ну, там тоже он не участвовал. Вот. Ну, все не обхватишь, везде не полезешь, не залезешь. Уж как-то надо выбирать было. Или занятие, или идти на съемку с Малаховым. Вот. Мы выбрали занятие. Ну все, как бывает. Нет, не надо, пожалуйста, не начинай. Мы не забыли забрать, просто мы не успели по времени, а сейчас надо уже поехать к ним забрать, но там девочки, ой, нам забирают, а мы с ними встретимся уже и перезаберем. Я тоже, главное, села вчера, умная маклава, у меня было семь, мне нравятся семь, я купила себе тыквенные семь, я не знаю, чем они обработаны, но у меня развезло всю губу. Вот, так что теперь веселуха. Ладно, мы сейчас позавтракать быстро. Я делаю такие себе, хочу лавашки себе, Микки. Андрей уже поел немножко печеный. Лег спать, он с ночи сегодня. С дежурства. Это папа, что ли, придумал? Господи. Я тут эти штучки сохраняю для Яськина, для рук работы. Он их запихнул. У нас разросся, да, цветок очень сильно. Вот, но пока место им. Почему же на кухне вот лучше всего забирали Кникину в комнату куда-то, но нет, вот он здесь лучше всего идет. Второй поставили также вот здесь, но там пока он похуже. Хотя он здесь вообще был такой уже совсем слабенький. Ладно, Яруль, давай быстренько, пожалуйста. Кушай. А я сейчас быстро лаваши сделаю, покажу немножко, пару штук. А, это ребенок, я думала, Сима, что ли, где она кричит? Зачем она кричит? На этот. Это я на улице, наверное, дома кричит. Яр, давай ешь, пожалуйста, потому что надо ходить.
Так, все, мы чай. То есть я чай. Вот такие лавашки получились. Они треугольничками. Сейчас еще дожаривается последняя партия. А Яра кушает здесь кашу. Кушает сам. Яра, ешь, ешь. Ешь. А. У тебя сейчас занятия уже, быстрее. А. На свой канал, да, смотрит свой последний ролик с занятиями. Но смотрю, занятия у нас не нравятся, быстрее всего, почему-то. Как вот только мы начали занятия с реабилитацией, с физкультурой, вот последние ролики, вообще падение вот такое упало просмотров. Я так понимаю, что когда, ну, такое бла-бла-бла, больше нравится, больше как-то смотрится, не знаю, по каким причинам. Ну вот я, конечно, ошибаюсь очень с этот. Ну вот с момента, как мы с Машей стали заниматься, с первого дня занятий. Яр, ну давай быстрее. И вот все его занятия. Яр, практически вообще в ноль. То, что там были, какие просмотры и сейчас, они просто вообще ни о чем. Ну и почему-то комментарии, конечно, комментарий нет вообще. Яр, ну быстрее. Быстрее. Тебе сейчас уже заниматься, давай. У нас сейчас уже онлайн урок. Быстрее, ты не глотай слюни, Яр. Яр, слюну глотай. Окей. Давай, слюну глотай. Чтобы у тебя все штаны грязные не были. Мы еще пока не переодевались, потому что думаю, потом после после еды надо все равно переодеваться. А ему на онлайн занятие. А потом мы пойдем. Сейчас надо еще написать, кстати, психологу. И школу надо 15-5. Ну, погода вроде разошлась. Я думаю, наверное, все-таки с коляской поедем. Может быть, в крайнем случае, тогда возьмем этот троллейбус. Возьмем троллейбус, сядем. На троллейбус. Яра, ешь. Не надо разговаривать, когда я говорю. Пожалуйста, 500 раз, миллион раз говорила тебе. Постоянно говорю, постоянно. Но пока вот оно у нас не срабатывает. Это же не так, что как в обычной жизни сказала и все, и сработало. Здесь надо немножко работать над этим, конечно, все равно. Так что ладненько, все. Всем приятного аппетита, кто кушает. Мы потихоньку сейчас заниматься и потом... То есть кушать, потом заниматься. Птицы – это животные, которые умеют летать. Почему это утверждение будет неправильным? Ну, остальные что, 4 человека знают. Почему нельзя сказать, что птицы – это животные, которые умеют летать? Потому что не все птицы умеют летать. Так, не все птицы умеют летать. Просто Маша, да. Насекомые умеют летать тоже. Насекомые тоже умеют летать. А как вы думаете, к чему приурочено вообще, что это мы сегодня вдруг, я что, не с той ноги сегодня встала или с кровати упала? Что я говорю о птицах сегодня? Как вы думаете? Весна, мы будем рисовать птиц. Правильно. Совершенно верно. День птиц у нас был. Ну и все знают загадку, да, снится ночью пауку, чудо-юдо на суку, длинный клюв и два крыла, прилетит, плохие дела. А кого паук боится, угадали, это птица. Совершенно верно. Итак, день птиц. А кто знает, когда день птиц у нас вообще отмечается? Молодец, ты слушай пока, слушай, я тебя спрошу потом. Когда день птиц у нас отмечается? Он причем международный. Вчера. 1 апреля, совершенно верно. Начиная с 1923 года, школьники нашей страны, страна наша, как называется? Их лапки не приспособлены для ходьбы. Они обладают ярким оперением, часто с металлическим блеском. Широко распространены тропические кресты. Калибри. Калибри. А не калибри. Питаются нектаром, и их лапки не приспособлены для ходьбы. Правильно. Еще что запомнить? Калибри весит всего 2 грамма. Есть разновидность. Вид калибри, который весит всего 2 грамма. 2 грамма, вот я вам даже... Thank you.
Мы отстрелялись в школе, сейчас идем очки забирать. Яськины, ну очки уже будем дома мерить. Как? Ну как тебе занятия в классе? Классно? Ну сейчас да, забираем очки. Чего ты такой расстроился? Передали? Да, мы забрали свой. А, это что такое? Она типа игрушка, так не дает, по-моему, да, ехот? Ага. Логотип там? Да. Угу. То, что... Угу. Ну, здесь Добросказка. Угу. И наша чуть. Это что? А? Это себе. Ну это надо дома примерять, это чтобы аккуратно. Они как эти антибликовые, да, видишь, зеленые. Там какие-то, да, они у них чтобы... против этих. Ага. Он проедет? Да. Вот, по-моему, кстати, это. Угу. Там отец, подожди, я. Угу. Подходи в сторону. Угу. Ну это не с привычки пока. Ага. Нормально, нравится? Поехали. Вроде одел. Пока шапка держит. Ну ладно, до свидания. До свидания. Ну что, нормально? Нравится? Здесь тоже, да, овраг, да, как у нас было на этом? Далеко. Ну ничего, мы просто примерить. Нормально, нравится? Дома? Лучше видите? Я тоже хотел жить вот так, в таких, да, на земле. Правда, конечно, не в эти, это зимой или это, честно говоря, подняться. Тут и магазинов, по-моему, нету впереди. Только видели этот маленький. Ну как тебе, Ярослав? А? Нормально? Очкарик? Ты что так называешь? Что, человек, который носит очки, как он называется? И главное, там теперь 3000 раз. А право 3000. Ну, а как ты хотел? Ну, фирменная, правда. От Малахова. Стой, стой, не трогай. Да я боюсь, чтобы тоже не сломать его. Можешь отрезать потом, ладно. Стой, тоже не дай бог. Итальянская, кстати, оправа. Ну, что, что Малахов носит, то и мы, да? Ну, как нам сказано, написали, знаете, потом я... Спасибо, конечно, честно говоря, это неоценимо, это обследование было хорошее в клинике, плюс еще это, в принципе... Они антиблик, они для, да, для занятий, они что там, как я читала, они какие-то специальные ставили, вот эти стекла, для того, чтобы... Можно было... Ну да, чтобы не... Комфортно, да. Облегченные какие-то, вот они, надо потом почитать, что... Ну, потом посмотрим, что там. Куда, что? Все, ладно, побежали, нам еще подниматься. Они такие фирменные. Танцует. Ну да, там. Сейчас, Яр, видишь, они даже не на русском все. Я не знаю, но это фирма, же, она же итальянская. Итальянскую делали. Ну, отлично, хорошо, так спасибо. Что, ага. Яра теперь итальянская. Все, все по фэншую. Thank you.
toward me and look so weak. I've never seen you with such tired eyes. And everything we said we'd be, we just traded for a suit coat and a tie. Underneath the rows of trees, I will see you where the ocean meets the sky.